И на голову. Это все. И белый взял, да, чуть-чуть? Да. Цена одна. Сейчас посмотрим, так. 1000, 1000, 1000. Да, одна цена. Так, какой тут... вот эти лещины, ты видишь, они качают? По 180, да. 180, ну, а эти вот по 130. Чем, да. Так, номер здесь 66-38. Ага. Варенички. Вареники. А что, есть Гулливер, да? Интересно попробовать, да? А где он? Я уже Гулливера не видел 100 лет. Это Гулливер, вот такой прикольный. Ну, что это, немало. Я думаю, ладно, мы уже с Африкой не взяли. Да, да, полно, да? Пойдет, да. Феррера 345, Рафаэла 102. Вот. 150 грамм. 180. Рошен 70, 60. Палитра. 47. Вафельки. Ну-ка, ну-ка. О! Вот надо вафли лимонные взять. Это классно. Скидки от 30 до 45% на эти торты. Чем они отличаются? Мне кажется, здесь потемнее шоколад. Точно? Взять таких или нет? Процентность. Да ладно уже. Коробки. Надо будет в пакетик завернуть вафли. Угу. Видите, почему Риттер Спорт? Нет. Ого. Да, он самый крутой, потому что там самый классный шоколад. Поэтому он самый дорогой.
потому что там очень там хороший шоколад высокой процентности. Курочки хорошие. Табака по 130. Сало по 120. Классное. Крымская колбаска, нехилая. Ясно. Нори, это все для суши. Для суши, да. Ага. Вот видишь, нори тут для суши. Да. Продается уже имбирь, васаби. Ага. То есть набор, да? Да, все есть. И я думаю, что и водоросли тоже где-то. Вот это, наверное. Ну, конечно. А это васаби. Ну, я думаю, что и... Да. Все есть. Да. Вот оно где. Да. Да, а здесь нету вот этого хай зимы. Нет, пока не видно. Давай. Нет, я тут проходил, тут нет. Слава Богу, мы только не попали. Да, мы что-то как-то давно. Да, точно. Шикарная курица, всего 57 гривен килограмм, глянь, слон, просто слон. Может, родителям тут и возьмем? Вот таких вот, да? Да, вот таких хорошие, вот конечно. Хорошо, я их... Да, перекладу. Надо взять пакет. Я их там положу. Они видно с того края. Вообще в АДБ они дешевле. Они в АТБ дешевле стоят. Да? Да. Шикарная колбаска. Шикарная. Супер. Ножки по 40. Ага. Да. Причем очень вот это в стеклянных очень хорошее. Очень хорошее. Я
яйца по 16, по 22. Шоссе Краковская. Ливерная по 50. Охотничьи колбаски. Охотничьи колбаски. $370. Ну это значит хорошие. Это значит хорошие. Да, это тоже цены, будь здоров. Бекон. $250. Да, это хорошая цена. Сколько в ней веса? $370. Хорошая цена. Так, Варшавская. Ничего, выглядит хорошо. Брауншвейгская. Хороший. О, какая прелесть. Какая прелесть. Пирог, курица, сыр, олива. Супер. Колумбия. Четыре гривны.